Вот, пришел к моему огороду, живет под моим сарайчиком. Сырочек. Вот Мелисса все, Матильдочка все пытается с ним познакомиться. Так, подпрыгивает так, это или просто сядет так в метре друг от друга и смотрит. Так, а где он? Где он уже удрал? Мелисска, Матильдочка, где наш этот гость? А ну, посмотрим. Погода сегодня, конечно, загляденье. Чувствую, что завтра будет рыбалка сумасшедшая. Такая. То морозец был, морозики даже льём. Сейчас просто лето. Не знаю, наверное, уже градусов по 20 по Цельсию плюса. Так, что там Мелисска, Матильдочка? А, он уже туда ушел. Ну ладно, сейчас найдем его. Птичек море. Дятлики стучатся. Вот. Это у меня огород уже почти привел в порядок. Расправил пластик, почистил его чуть-чуть. Скоро будет огород. Это у меня огород для ленивых. Пластиком накрыл. Дырочек нарезал. Натыкал туда, что не попадя. И все. Никаких тебе бурьянов сорняков. Так, нет. Зверушкин ушел. Ну ладно, мы еще птичек сегодня поснимаем.